Итак, метро, мы продолжаем. Не получилось у меня пройти вот с того места, где мы там остановились. Они, короче, меня заподозрили и почти за секунду убили. Ну и вот, будем продолжать. Значит, куда нам нужно? Нам нужно вот туда вот пройти. Ну, давайте попробуем прорваться, я не знаю, либо с боем, либо как. Здесь я смогу пройти? А если прямо отсюда спрыгнуть? Я окажусь прямо сразу сзади. А хотя вон еще черт идет. Ну, не знаю, надо как-нибудь подождать, пока он отвернется, и пока вот этот вот хер тоже уйдет. Почему они на лазер мой не реагируют? Им прям в ебучку светит. Так, давай, теперь ты сваливай отсюда. Здесь есть, блин, вроде нет болтов никаких, чтобы их отвлечь. Жестяные банки. Пример. Ну все, он сваливает. Спрыгиваем нахуй. Не-не-не, ты ничего не видел. Ничего не видел, ничего не слышал. Так, понятно. Отвернись, пожалуйста. Отвернись. Здесь не на что смотреть. Давай, давай, ты только что туда смотрел. Продолжай. Тебе это лучше получается. А, ты еще и сюда идешь. Ну окей. Сам захотел. Я тебя не заставлял. Ну давай, что ты какой медленный. Слишком толстый, да? В рейхе у вас тут. Слишком медлительный. Так, а ты у нас сюда смотришь? Нет. Подружанек-то вот твоих нету. Ну и земля тебе пуху. Хуишка. Так, тут есть что интересное? Нет, нет, нету. Была надежда, что вот там может что-нибудь интересное будет. Ну ладно, пошли дальше. Так, какая граница? В смысле, как ты меня услышал? А, или свет. Конечно, показалось. Так, куда мне нужно идти? В ту дверь. Окей. Сейчас еще по стелсу, что туда нужно идти. Ну уже, ну же. Ты либо проходи, либо не задерживайся. Так, все, все, тихо, тихо, проходим, проходим. Никто ничего меня не видит. Нет, 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 все, я успел, я в домике, я в домике. Я в домике. Не подходите сюда даже. Опа. Ты шо, кто еще? Вот черти, заластали. Коша. Когда я пришел в себя, надежда у меня не осталась. Ну и все, плен, концлагерь. В фашистских концлагерях. Все дела. Использовались как рабы. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Нихт. Дант нихт. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Да сам свинья. Я вас всех изуродую, блядь. Ваш гестапо больше на вас никогда не посмотрит. Сразу, блядь, пристрелит, как свиней. Точно! Ладно, краснопузый. Моли своему Марксу и Энгельсу. Хуй Энгельсу.
Так, это кто еще? Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Это красный, что ли, или че? Ля, слоумо. Кто это, красный или не понял? А, Спарта. Вон, вижу. Спартанцы. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну, круто, круто, давайте, ребята. Я как раз-таки, по-моему, вас искал. Спартанцев. Ну что, парнишка, ты давай, давай. Ну что ж. Выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Хантер, Хантер. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Ему все сам расскажешь. А ты не заметил, я говорить не умею. Даже спасибо не могу вам сказать. Так, двинули к броневику. Так, надо глянуть, что тут еще есть. Так, понятно. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. Все, а погнали. Что с нашим заданием? Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черном. Так, ладно. Смотрим, что да, тут есть. Может, тут что интересное? Так. Очень интересное. Монтировка бздынь. Это типа отсылка на Фримена. Из Half-Life, да? И к монтировке, которая делает постоянно бздынь. Так, значит, что тут интересного, куда нам надо двигаться? Так, почитать нет ничего? Нет, так нет. Окей. Ты кто у нас? Эсэсовец? По делам вам, по делам. Че, сейчас стреляться будем, да? Ты садись в башенку на пулемет. Ну конечно. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Кого же еще, ну, кроме братцы, как первого попавшегося чувака посадить в башню? А, типа, все ясно. Больше потому что некому. Но я бы мог бы, в принципе, поуправлять. Но придется стрелять. Окей. Че, только вверх-вниз? Влево-вправо нет? На клавишах влево-вправо. А мышка только вверх-вниз. Хуёво. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Неудобно, очень неудобно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Ну ладно, что ж, посмотрим. Да вряд ли тут пройдет все так гладко. Перестрелки быть однозначно. А раз тут будет перестрелка, то я буду опять помирать здесь как сука. Открывайте мы свои. Ну как свои? Псевдо свои. Ух, чую, перестрелка будет. Ух, чую. Может, самому начать сразу? Ну ладно, не будем особо это... судьбу испытывать. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Надо, ну, надо. Нас пиздец, как на надо. Передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять. Я что, не могу стрелять? Стоять! Тревога! По машинам! Ну, стреляй. Ты шо, вы какие сучары? Ну, умирай уже. Че, и полечиться, да, никак? Не лечится. Так, вообще нисколько мне это не нравится. Хоть на мышку бы поставили бы.
Так, сдох? Сдох, ладно, нормально. И то хорошо. Я не хочу вперед смотреть, потому что они... Мне кажется, будут сзади. А, нет, не всегда. Ну окей, пусть будет так. Живой, не живой? Так, отлично. Блин, не полечиться никак. Слева, Артём! Ну давайте, слева. Вижу. Вижу вас, чертей. Где еще? Так, все. Ля, как неудобно. Ужас. Самый отвратительный уровень. Ну где вы там? Не, это издевательство какое-то. Откуда ты стреляешь? Передохнуть дадите, нет? Ну идите, иди вперед уже, езжай. Чё ты здесь все стоишь? Ждешь, что ли, когда я каждого убью? Все. Блять, я перегрелся. Ништяк. Просто отлично. Ну ничего, сейчас я его разъебу. Ага, нет. О, он меня скорее разъебет. Там далеко, что ли, чекпоинта? Слева, Артём! Так, ну я это, короче, все вырежу. Или не вырежу. Посмотрим, как все это быстро пройдет. Так, вот мы опять пробились. Не знаю, я вырезал это или нет, но вроде это не очень-то долго было. Сейчас будем этого дурачка убивать. Только что-то особо не помогает. А, нет, все помогло. И то хорошо. Но вроде не особо долго это заняло. Все, сохранение, неужели? Где? А что я с ним сделал? Я с ним ничего не сделаю с этим танком. С самонаводящимися ракетами, конечно. Все, смерть. А, ну ясно. Ты сейчас будешь заводиться, и именно здесь я буду отстреливаться от них. Ну конечно же. По-другому же не может быть. А ты чинись давай. Классика. Ну где вы, давайте. Вот он, огонь! Next. В очередь, блядь, в очередь, сука. Завелся? Неужели? Бля, не, вы реально издеваетесь. Как мне здесь выживать? Надеюсь, вы подохнете там все, блядь. Ну давай уже, иди сюда. А то, блядь, я не вижу. Все, минус, блядь.
Какая заёбная миссия. Еле проскочили. А, всё, мы проскочили. Ну, отлично, я не хочу больше с подобным встречаться. А вот и всё. Всё, теперь давай-ка мне вылезти отсюда. А, нет, мы поедем. Окей. Есть что тут красивое? Да, в принципе, тут все красиво. По постапокалиптичным меркам. Так, ну все, тупик. Куда нам? Дай мне посмотреть. Или дай выйти. Вот, все, нам туда, в тот туннель. А куда спешить? Может, здесь что-то интересное будет? Да по-любому там что-нибудь интересное есть. Не просто же так тут все это. Построили, понаставили. Ответвления, вот. Там были ответвления. А, нам не дают пройти рядом. Назад, точнее. Окей. Ладно, будем знать. Что здесь нету ничего интересного. Так, тебе надо полечиться? С тебя столько стреляли, ты даже и полечиться не хочешь. Мужик, мужик. Не зря ты, Щербаков. Щербаков, Щербаков, Щербаков. Лучшее произведение богов. Ля. А вот это что-то тут интересное. Тупо склад. Ой, даже еще и сейф есть. Ну просто сама мечта. Ну у меня я фуловый. Так что мне это особо не пригодится. Фуловый во всех смыслах. Как и патронно, так и везде. Так, 115 патронов обычных. Ладно. Неплохо. Сейчас 116 будет. На чё тратить, так хрен его знает. Ха. Закурил, да? Светодиода. Так, что нам дальше? Куда? По этой рухляди, что ли, сейчас ездить? На дрезинке. Ну ладно, погнали. После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. А, еще даже так. Сейчас еще что-то пиздец какой-то будет, значит, похуже, да? Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Ну ладно, посмотрим. Так, пригнуться надо, да? Осторожно, пригнись! Да, да, я что, не вижу, что ли? Понастроили всякой хрени. Гляди в оба, иначе башку снесет. Как скажешь, бро, как скажешь. Я только за. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все. Ну, он, я вижу, крыс. Был тот случай. От парня только с сапоги остались. Не трать. Я вот это хотел сделать. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Заброшена? Так, там кто-то стоит. Свет, там кто-то есть. Сними его, Артем! Ну, сдох. Надо скорее отсюда убираться. Бандиты, да? Бандиты. Окей. На провод! Вечно заболел! Молись, чтобы мы не застряли. Да хрен вам, черти лысые. Я вас всех сейчас разъебу тут. Он прятаться за броней, так как нечего делать. Так, ладно, вы проедете, мне особо не нужны. Сколько там патронов? Мало, да? Так, я не понял, а чё, необычными патронами стреляем? Как мне их? Фу, ну нифига себе. Почему я стреляю? Слава, у них дрезины не было.
патронами, блядь. Те, которые... Пиздец. Надо загуглить. Что это? Мутантская тройка. Так, я наоборот даже рад этому. Я сейчас пойду погуглю. В чем проблема? Фу. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. Блять. А то бы они достали нас в туннеле. Короче, ребята, я пошел гуглить. Да это ж депо. Я тут немного проебался, забыл про запись. Кладбище поездов. Ну ладно. Я, короче, вот разобрался. С буковкой R. Тип патронов меняется. Так, теперь надо понять, какой. Какой там, блядь. Это че еще за херня? Ну, блядь, само собой. Гаси комп... Как главный компьютер, блядь, не гаси. Так, ты уйди отсюда. Не смотри даже на меня. Дай мне хоть перезарядиться. Сидись. Смотри, что. Пожрать, блядь, они собрались. Да хера с два. Да, не поверишь, у меня такой же вопрос, когда же это кончится. Ты держись, держись. Бля, чувак. Нет, чувак. Блядь. Жалко, жалко мужика. Бля, ща мне пизда будет, да? Блять. Тише, тише, куда ты? Ты, блядь, так, блядь, меня нахуй не пугай. Блядь, чувак, пиздец. Я туда не пройду же, да? Так, ладно, мне надо проверить патроны. 137-63. Раз, два, три. Так, 137-63. Так, 137, все. Стреляю обычными. Так, мне, наверное, туда. Но я еще сюда схожу, проверюсь. Вдруг там что хорошее есть. Да, меня туда отправляет. Значит, еще осматриваемся тут. Так, растяжечка. Забираем. Так, по-любому здесь какой-нибудь секрет. Да-да-да, я вот уже там вижу. Что-то прикольное. Так, ну и другую обратную сторону там пойдем. Ну или здесь выйдем. Так, все забираем, все пригодится. Патроны, боеприпасы, аптечки. Все пригодится. Так, ну по-моему я все собрал. А, вот еще там какой-то хер лежит. Эй, ты так не надо, опять же, меня пугать. Сколько можно уже? Только, блядь, от стресса избавился. Все, опять заново. Так, ну здесь лучше этим, с этим дробовиком полазить. Так, и опять же здесь растяжка. Надо быть аккуратнее. Аккуратнее. Вот что за скример? Ты хотя бы приди, я тебя убью тут. Например. То что, только орешь и все. Так, мне по факту туда, но я еще проберусь и посмотрю, что тут. Или не важно, куда тут идти. А, нет. Ну ладно. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман.
Эх, Пашкет. Ладно, земля тебе пухом, Пашкет. Крыск, привет. Ладно, погнали. Что нас там ждет? Дальше. Так, ясно, походу, люди нас ждут здесь. Фу. Так, я слышу плач ребенка. Ладно, значит, здесь вряд ли что-то агрессивное. Да ты мне что, чем-то поможешь, что ли? В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут знаем. Сначала я заберу вас тут все. Сюда мне? Дай мне пройти. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Какая еще эвакуация? Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Так я и так их забрал. Дети подземелья. Ну молодцы, детишки. Друзья, чё, сейчас, значит, отбиваться сейчас будем? Еще несколько минут. Так, я отсюда прошел, да? Это будет трудный воду. Да, отсюда прошел. Так, пока он там воодушевляющие речи говорит, которые особо меня не волнуют. Я и так буду помогать. Я и так воодушевлен. У, сука, ты не представляешь, как я воодушевлен. Ну и все. Я защищу ваших жен и детей. Мы не имеем права проиграть этот бой. Я вам выиграю этот бой, если вы даже если вы умрете. Чувствуешь? Это еще что за хрень? Спокойно, без паники. Все, все, сейчас я буду. Так, это черные, может? Бля, Рил, это, наверное, черный. Это необычный монстр. Так. Бля, это нехорошо. Подъем! Все в порядке? Да нет. Двое вот слегло. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Чё, чувак? Красивый золотой зуб. Ля, ты какой красавчик. Ну давайте, сукины дети, в очередь, блядь, становитесь. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш... Ну уж это мог не вспоминать. Это баянище. Ля, какой ты крутой, чувак. Да ты стильный. Ты стреляй хочешь. Да, стреляешь. Все, ладно, хорошо. Претензий нет. Не, вы тратите патроны. Я буду подходить. Буду убивать тех, которые подходят. Точнее, которые на меня атакуют. Вот тебя, например. Кам. Пошел куда. Че, какой громкий, блять, пизда. Пизда, как это было громко. Так, туда вам гранату, я чувствую, нужно кинуть. Чё-то взрывается она, чё-то такое себе, слишком долго. Ну ничего. Так, тише вы. Угомоните чуть-чуть. Меняю магазин! Так, это забирай штуку. Чё, умер мужик, да? Нехорошо. Ну ладно, не я ж умер.
Да в смысле ты пустой? Вон там подбери патроны, пустой он. Черт, я пустой! Блять, откуда? Блять, не успел, да? А, нет. Успел. Понятно. И все вы, конечно, умерли, да? Один я только остался. Так, ладно, посмотрим, погнали, что там дальше. Так, никто не выжил, да? Даже ты не выжил. Крутой, стильный чувак. На пулемете. Печально, печально. А, вот ты и выжил. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Прошли, да, все? Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, так, парень, мне туда надо пройти. Ты должен найти нашу радиостанцию. Установить связь с Полисом. Да, и поставить, да, так запись и сделаю. Сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Давай, давай. Оставлю тебе пару патронов. Чтоб ты застрелиться смог. Вдруг эти монстры, там все дела. Ладно, тем временем нам нужно еще наверх подняться. Там посмотреть, там кое-что будет. Вот, да, вот это вот мне и надо. Такс. Ну, все, могу уже проходить. Че ты орешь? Так, мне это не нужно. Блять, я ж подумал, чувак, который сидит на картах и смотрит на меня. Так, я сюда не могу сесть? Нет, а так хотелось. Так хотелось. Так, ладно, вперед, помогать людям, но и себе, в том числе. Независимая станция. Печально, блять, пиздец, такую бойню устроили, а? Мобы ебучие. Так, ну ладно, чё ж. Я думаю, на этом здесь и остановимся и начнем прям с этого же места. Ну и всем пока.